То есть, конечно, Бартолу хорошо скидывать, но... Он еще первый ходит. Окей, рука, наверное, нет. Нам нужно катить ремувалы, чтобы вначале отбиваться. Вот, это уже интереснее на самом деле. Уже здесь можем его скипера убить, если его поставят тинкера, да? Давайте пока Warfever поставим. Теперь мы все-таки убьем Валькирию, тоже 3 урона. Ну ладно, конечно, карту потеряли. Это печально. Что, бесполезно сейчас их играть. Нам надо сыграть Вичу, а потом уже можно играть. Тут одни летуны, и все может закончиться быстро, да? Ну, давайте мы сможем один ход пропустить с вами. Пять, пять, четыре, у меня 2-2 останется вообще, нет. Сейчас раз и протект, и все. У меня куча земелек, нам сейчас дико нужен Харбингер. Нет, давай еще раз рискнем, вдруг будет Харбингер. Конечно, надо убивать. У него еще есть раскачка. А он знает, что у меня есть Death Strike, да? Сейчас уже придется убивать. Сейчас протект и плюс 4 атаки. Нет. Ну все, сейчас я чувствую, у него будет плюс 4 атаки. И нас убьют. Да, ничего мы не смогли против Фурьяка опять сделать.